Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Европа оказалась на грани катастрофы из-за рекордного снижения уровня грунтовых вод. Британская газета Independent сообщила со ссылкой на сведения, полученные от британских ученых, о рекордном сокращении уровня грунтовых вод в Европе, что является предзнаменованием природной катастрофы. Британские ученые опубликовали результаты исследования за состоянием грунтовых вод в журнале Geophysical Research Letters, сообщив, что Европа столкнется с сильнейшей засухой ближайшим летом. Это причинит огромный урон европейским фермерам и создаст дефицит электроэнергии в странах ЕС. Британские ученые напомнили, что из-за летней жары 2022 года французские АЭС заметно снизили объемы выработки электроэнергии, поскольку французские атомные реакторы стало нечем охлаждать. Запасы пресной воды рекордно сократились. По этим же причинам норвежские власти заявляли о готовности сократить экспорт электроэнергии в Великобританию и страны континентальной Европы, поскольку таяние снега в горах снизило приход воды в реки, на которых построены малые гидроэлектростанции. С тех пор ситуация лучше не стала. Рекордно теплая зима, пришедшая в Европу, не принесла с собой необходимого объема осадков в виде желанных дождей и снега. Издание Wall Street Journal сообщило о начале конца эры горнолыжных курортов в Европе, оставшихся этой зимой без снега. Директор горнолыжного курорта Альпи де Гранд Сьерра Эрик Новак сообщил о закрытии недавно открытого сезона, поскольку при текущей температуре окружающей среды тает даже искусственный снег. Работать себе в убыток владельцы курорта больше не будут. Отмечу, что британские ученые проводили свое исследование на основе гравиметрических данных, полученных из космоса со спутников. По результатам анализа данных ученые пришли к выводу, что ситуация с обеспеченностью Европой водой стала очень опасной. Профессор Торстен Майер-Гюр из Технического университета в австрийском Граце заявил, что несколько лет назад он и представить себе не мог, что страны Центральной Европы, в частности Германия и Австрия, будут испытывать острый дефицит воды. Издание Bloomberg прогнозирует рекордное обмеление рек в Европе и остановку судоходства на крупнейших реках континента – Рейне и Дунае.